Хотели мы было посвятить афишу матча СКА ЦСКА тому, кто сколько шайб забьет, а зубов выбьет. Но глядя на этих девушек, передумали. Все они участницы группы поддержки московской команды. Что самое интересное, абсолютно новые. С этого сезона за ЦСКА машет пампушками новый коллектив. Контракт с предыдущей группой поддержки не был продлен. Наверное, ЦСКА захотела более опытных, более работоспособных групп поддержки. Короче, главная интрига сегодняшнего матча – как себя покажут эти девушки, а не какие-то Ковальчук и Дацук. Коллектив был образован всего за месяц до старта нового сезона, но программа уже хорошо обкатана. Основа выступлений – латинская музыка. Главный хит – меренга, кубинский клубный танец. Каждый раз придумываем что-то новенькое, поэтому стараюсь набирать девочек таких, чтобы, допустим, я сегодня показала, завтра они уже могли это сделать. Как вы поняли, все участницы прошли в группу поддержки через жернова строгого кастинга. У каждой девушки, если не хореографическое, то спортивное образование. Средний возраст красавиц 25 лет. Несмотря на то, что появление новой группы поддержки не было анонсировано клубом, болельщики с ними сами познакомились и полюбили. С первого же дня, когда мы вышли на генеральную репетицию 26 августа, да, на матч, сразу заметили, вы новенькие, какие вы красивые, предлагают выйти замуж. Спрашивают, согреть ли, ну, нас не нужно греть, мы работаем так, что сил хватает. Нам жарко. Да, и нам жарко. Пусть девушки всего месяц, как выступают за команду, смущение и страх они не испытывают. Если им есть кого бояться, то только его руководителя Екатерину Серову, как она сама же шутит. Мы каждый матч снимаем, у нас есть определенные люди, которые снимают каждую девочку, и на репетиции у нас разбор полетов, кто что не доделал, где кто ошибся. Группе поддержки ЦСКА мы желаем не допустить ни единой помарки, а вам насладиться афишей матча ЦСКА СКА с их участием. Это в блоге нашей программы. Андрей Бугров, Дмитрий Лузган, Георгий Юрский и фотограф Екатерина Орлова. Все включено.